Кладбище БМВ. В Николаеве полиция прекратила работу подпольной СТО. Там обслуживали машины только одной марки. Предприниматель арендовал несколько помещений и нанял рабочих. В одном ангаре стояли машины на ходу для продажи, а в другом неисправные для ремонта. Рядом целый склад битых и сгоревших авто, их пускали на запчасти. Там же были машины с иностранной регистрацией, в розыске и вообще не зарегистрированные. Во время обысков дома у бизнесмена нашли оружие и наркотики. По предварительным данным, на СТО обслуживалось около 70% всех автомобилей марки BMW в Николаеве.